Ремонтно-реставрационные работы начались на объекте культурного наследия городской манеж 19 века в Звенигороде. Первый этап работ включает в себя разметку территории в соответствии с кадастровым планом и установку временного ограждения площадки. Далее специалистам предстоит воссоздать основания, фундаменты, кладки, ограждающие конструкции и распорные системы, а также декоративные элементы. Срок реализации проекта – конец 2020 года.